Всем доброе утро. Всем доброе утро. София уже собирается на танцы, и надо быстренько. Время 9 часов. Нужно быстренько ей добежать, чтобы не опоздать. Так, панама. На улице сегодня солнышко. Кстати, вчера было пасмурно. Даже дождик прошел, и холодно было. А сегодня уже вовсю солнце. Подашь, пожалуйста, телефон. Телефон? А где твой телефон? Вчера на зарядку ставила. Все, давай, удачи. Ты мне наберешь, да, как придешь? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Как отзанималась? Хорошо. Сегодня, оказывается, Варя в пятой группе. И Варя с нами сегодня в нашей группе занималась. Да? Ты с Варей сегодня занималась? Да. И что, как? Нормально? Да. Все получается у тебя? Да. Ну, хорошо. Все, давай. На улице как? Ветерочек я холодный? Я вышла, ветерочек был, я чуть-чуть замерзла, а когда у тебя обратно шла, уже жарко было. Да? Да. Там что, опять поливают? Да. Да, кстати, у нас то солнышко, то пасмурно, и на улице ветерочек. Вот сейчас, видите, солнышко выходит. На выходные обещают дожди. С пятницы по понедельник или по вторник, не помню. Управляйка поливала эту сторону вчера, а теперь поливает вот эту вот всю сторону. Деревья, все-все-все поливает. Чё ты? Так, сегодня вторник, первого урока нет, да? Чтобы нам это рано не уйти. Давай сейчас. А? Да? Ну, нам надо это. Давай, София. Там правила некоторые. Что, Лена Викторовна правила задавала учить? Она не задавала учить. Она просто сказала их повторить. А. Но я их знаю. Мне просто нужно их прочитать и запомнить. Типа, потому что Лена Викторовна сказала, что у нас будет контрольная, что ли. Ну, не сегодня будет контрольная. А, там это, да? Эти звонкие, глухие, да. Согласные. Звёздные, вот. И мы сегодня их будем повторять на уроке. Ага, понятно. Ладно. Да, просто сильно влияет, но я уже как бы знаю, но просто их надо прочитать и запомнить. Угу, понятно. София уже готова в школу. Сегодня надела ей брючки, потому что что-то не знаю. Солнышко то выходит, то заходит. К вечеру боюсь то, что будет прохладно. И рубашку София сегодня надела. Посмотрим. Так, ну сегодня Софии рюкзачок легенький. Ничего с собой уже такого брать не надо, только обувь, если только. Так, все, София, давай. Дверь посмотри, закрыта или открыта? Закрыта. Закрыта, тебе ждет там, где ворота вчера. Да. Все, давай, позвони мне, хорошо, как придешь? Давай, аккуратно, внимательно. София пришла со школы, разбирает свой рюкзак. У нас, кстати, уже прошел дождик. Я не знала. А, он даже идет. Представляете? Я пока кушать готовила, в окошко не выглядывала. А это что-то выглянуло, и смотрю, все мокрое. Так, это что, английский? Да. А вот эти листочки вам раздавала, и вы делали, да? Да. Угу, умница. Мы же сейчас учебник, мы же сдали. А, ну да. Надо же нам уже оценки получать, она сделала контрольную работу. Угу, поняла. Ну все, ясно. А стих не спрашивала? Нет, стих не спрашивала. Угу, понятно. Ну ладно, давай там раздевайся, что в стирку, ручки мыть, уже почти кушать готово. Ты так устала прийти сегодня? Да? Да. А я приготовила мяско, пожарила. Я сидела вот так вот, слушала учительницу. Ну правильно. Только на учительницу смотрела. Молодец. А я приготовила мяско, пожарила в томате. И сейчас варю гречку. Вообще сегодня хотела это. Окрошку. Но я потом так подумала. Вспомнила гречка, что есть. Надо сварить гречку. Давно гречку не кушали. И мяско. Носик вытри, пожалуйста. Так, помидорку. В холодильнике у нас лежит уже сколько помидорок надо скушать, и огурчик. Я уже пришла вылить. Ешьте меня уже. Да, сейчас будем его кушать.
огурчик. Так, друзья, ну все, всем доброго вечера. Все, кто кушает, приятного аппетита. Так, давай, София, купаться, наверное. Голову мыть, да? Да, голову мыть. Ты как, будешь в ванне или нет? Да, в ванне чуть-чуть полежу, погреюсь и буду приступать к мытью. Хорошо. Мам, я хочу тебя и зрителей научить красиво танцевать. Чтобы научить танцевать, надо сначала сделать себе снимку. Ага, давай. Руки на пояс. Угу. Ноги на ширине плеч. Угу. Ага, у меня голова закружилась. Теперь ноги на ширине плеч. Угу. Руки. Вместе, да? Да. И тянемся в пол. Мы не в пол, а куда-то посидимся. Просто так тянемся. Угу. Просто надо тебе спину. Ага. Теперь мы делаем так. Ага. Теперь к полу тянемся, да? Так. Ноги на ширине плеч вот так. Чуть побольше. Все хрустит. Он тоже хрустит. Из чего я знаю, что ты лучше? Прям обязательно останется хрустить лучше. У тебя не хрустит ничего? Нет. У тебя хрустит. Походу, я старуха. Стряхиваем ножки. Угу. Стряхиваем ножки. Когда мы это делаем, у нас целую туловище еще вот так делаем. А, поворачивается. А, плавно так. Ой, ой. Я без носков. Так, все. Ага. Мы сделали разминку. Теперь я тебя буду учить, как правильно танцевать. Давай. Смотри. Мы танцуем, делаем ножки вот так. Угу. Все повторяем за Софией.
второй танец. А мы называемся сальто. Руки на пульс. Хорошо. Хорошо. Сначала я учу, а потом я вас учу. Да. А еще 23 мая София будет перед своими тренерами выступать. Вот. И если у нее все хорошо, ей дадут медальку и дадут диплом. Да? Да. Если получится поснимать, поснимаю. Все, купаться? София теперь не отходит от этих поп-итов. Все нормально? Прикольно. Классно. Вот тут погромче. Да. София сейчас София чуть поиграет и будем ложиться спать. Завтра репетитор у Софии. Правила надо повторять. Линейки у нас не будет, София. Ну, конец. А? В школе дискотека будет. Кто сказал? Я Виктором в пятницу будет. Так я не пойму, мы будем в пятницу собираться или нет? Ну, я не знаю. Что-то у тебя какие-то под глазами эти прям синюшки. Она сказала, здесь комитет говорит, если весь класс не поедет, то мы будем в пятницу учиться, а в субботу мы уже поедем отдыхать. А вот если все поедут, то мы в пятницу поедем, вот, потому что кто-то там отпросилась, разрешили, директору, что ли. Ну ладно, ближе там, наверное, к пятнице Елена Викторовна скажет уже, потому что еще завтра только среда, потом четверг. О, еще учимся. Но я прочитала, что в Краснодаре это... линейки будут в субботу и для выпускников, для 4 класса они выпускаются, для 9 класса и для 11 класса будет линейка. Да. А у всех остальных не будет все. Так что такие вот пироги. Ладно, я буду дальше буду смотреть сериальчик, а София вот тут сидит, рисует. О, кстати, папа звонит. Все, мы с папой поговорили, спокойной ночи пожелали. Все, тоже теперь будем готовиться ко сну. София сейчас придет волосики расчесывать. Вот. И будем ложиться отдыхать.
У нас дождик закончился. Блин, что такие у тебя эти синячки под глазами? Что-то мне не нравится. Прямо на видео очень сильно видно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. И оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, спокойной ночи, до завтра. Да, друзья, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока.